Прямо сейчас во многих областях Украины мы наблюдаем северное сияние. И прямо сегодня, вот 5 числа, куча вот этих всех снимков, которые вы видите, это сделали с разных областей. И многие люди этим любуются, что вау, прикольно, какой крутой цвет, много снимков, все соцсети забросы. Но я вам расскажу, насколько это опасно. Слушайте внимательно. Значит, северное сияние возникает из-за взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитным полем и атмосферой Земли. В зависимости от того, насколько глубоко в атмосферу могут проникать заряженные частицы и какая у них энергия, будет наблюдаться сияние разных цветов. На каждой высоте свой цвет, который определяется составом и плотностью атмосферы. Зеленое сияние происходит на высотах от 100 до 200 км над Землей при взаимодействии солнечного ветра средних энергий с атомарным кислородом. Сияние, также свечение, может быть и красным. Оно возникает вследствие взаимодействия частиц солнечного ветра высоких энергий с атомарным кислородом. Обычно оно возникало на высоте выше 200 км. Сейчас мы наблюдаем крайне настораживающую аномалию. Мало того, что сияния стали происходить очень часто, их проявление наблюдается на высоте уже ниже 90 км. А что это значит, спросите вы? Во-первых, это значит, что ослабевает магнитное поле, и те активные высокоэнергичные частицы солнечного ветра, которые должны были отразиться магнитным щитом, свободно проникают вглубь атмосферы и начинают взаимодействовать с атомарным кислородом уже ближе к Земле. Важно отметить, это проникновение более крупных, более сильно заряженных частиц, которые действуют более разрушительно. То, что красное сияние происходит уже в низких слоях атмосферы, означает, что выше защиты уже нет. Ребята, это просто крайне настораживающий факт. И дальше будет только хуже. И нам нужно как человечеству трубить сейчас каждого аккаунта о климате, чтобы все люди начали консолидироваться и решать этот вопрос. Или иначе просто нам дальше крышка.